Осенью этого года в детском саду, который расположен в Лапсарах, на крыше здания рухнуло дерево. К счастью, был выходной, и никто не пострадал. После этого случая управление экологии решило вплотную заняться ревизией и обновлением зеленых насаждений. Мы экстренно приняли меры обследовать всю территорию садика, и здесь мы вырубили 42 дерева. В городе много старых, больных и сухих деревьев. Они могут представлять угрозу жизни горожан. В 2012 году было вырублено 3364 дерева, в том числе в жилых микрорайонах более 2000. Особое внимание специалисты-экологи уделяют деревьям, которые растут на территории образовательных учреждений. Из 208 таких учреждений – это дошкольные детские учреждения, школы, дополнительное образование – мы обследовали 145. Вырубили на таких деревьях, в 64 учреждениях вырублено более 1100 деревьев. Напомним, рубать деревья в городе разрешается только специалистам. Самовольная вырубка может привести к нежелательным последствиям – навредить чужому имуществу. Стоимость рубки одного дерева стоит 10-12 тысяч рублей. Для этого нужно пригнать спецтехнику и выписать разрешение.